Известный телеведущий Максим Галкин в Инстаграм разместил забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как его дочь Лиза в гламурной розовой карете, у которой, между прочим, даже есть коробка передач, катается около замка, где живет звездное семейство. Девочка прекрасно себя чувствует в транспортном средстве. Интересно, что рядом ремонтом шикарного джипа занимался сын Галкина Гарри. При этом на сестру, которая хотела проехать мимо него, он не обращал внимания. В какой-то момент Лиза психанула, круто развернулась на своей карете и уехала. «Почему ты ее не пропустил?» – спросил телеведущий своего ребенка. «У меня поломка», – сказал Гарри. Через какое-то время сын Галкина устранил неисправность у своего автомобиля. Больше по теме Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу детьми и вручила им по золотому кулону. Примадонна лично утешила тех, кому не досталась победа на шоу «Голос». Принцесса на самообслуживании. Лягушонка в коробчонке. Женщина за рулем, подписал смешную видеозапись Максим Галкин. Отметим, что юморист с завидной регулярностью выкладывает видео с детьми. Нередко это делает и его супруга Алла Пугачева. К примеру, ранее она публиковала запись, как дети поздравляют ее с Пасхой. Лиза зачитала стихотворение, а Гарри – молитву.